Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев, и сегодня мы поговорим вот о чем. Согласно федеральному закону номер 127 ФЗ от 26 октября 2002 года о несостоятельности банкротстве, каждый гражданин Российской Федерации имеет право списать долги раз в 5 лет. Однако, во-первых, далеко не все жители нашей страны вообще знают, что существует такой закон и такая возможность, а во-вторых, не все самостоятельно понимают, как это вообще делать. Ну и, конечно, в таком случае на помощь должны приходить и приходят профессионалы своего дела, квалифицированные юристы в первую очередь. Например, которые работают в центре помощи кредитным должникам Help Me. Компания помогает гражданам избавиться от долгов через законную процедуру банкротства. Help Me – это федеральная компания, которая работает по всей России с 2015 года. И сегодня у нас представители Тверского филиала этой компании – Help Me. Это Роман Ростунков, руководитель Тверского филиала Центра помощи кредитным должникам. Роман, здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. Большое, что пришли здравствуйте, к нам на эфир. Спасибо, и Наталья Жосан, юрист Тверского филиала Help Me. Наталья, добрый день. Спасибо большое, что сегодня с нами. Роман, наверное, первый вопрос будет к вам. Разумеется, да, расскажите немножко о компании, как давно вообще свою вот эту помощь, да, должникам оказываете, ну и скольким уже помогли. Я знаю, что у вас такие весомые, солидные уже цифры, скажем так, в багаже за почти, наверное, даже 6 лет работы. Да, работаем уже 6 лет, работаем с 2015 года. То есть, как начал действовать 127-й федеральный закон о несостоятельности, о банкротстве, соответственно, физических лиц, так наша компания и начала свою трудовую деятельность. По всей России с 2015-го, соответственно, вот я уже говорил. Ну и в том числе в Твери тоже филиал есть. Да, в Твери, соответственно, у нас тоже филиал представлен. За 6 лет нашей работы вообще наша общая команда по всем регионам помогла более 10 тысячам клиентов уже списать свои долги законно. Вот. С граждан было списано где-то около 2 миллиардов долгов. Это микрозаймы, кредиты, услуги ЖКХ, штрафы. Также налоги входят сюда. Мы потом более подробно о каждом из видов, да, долгов, да, об их специфике, особенностях поговорим. Угу. Да, так, рассказывайте дальше о себе. Так, ну, у нас представлено несколько отделов нашей компании. Значит, это отдел юристов первичного приема. Здесь, соответственно, граждане приходят к нам, рассказывают свою проблему. Юристы-первичники также подготовлены, как и юридический отдел. Они полностью могут, соответственно, человеку подсказать, как ему действовать в данной ситуации. Вот. И, соответственно, человека навести на путь решения данной проблемы. Вот. После чего человека берет юридический отдел уже юристов общей практики, собирает справки и готовим человека, опять-таки повторюсь, к процедуре банкротства. После юридического отдела вступает в работу арбитражный отдел. Вот. Арбитражный отдел уже ведет человека непосредственно в самой процедуре, когда он находится именно на данной стадии. Угу. Ну вот вы уже начали рассказывать механизм, да, более подробно. Угу. Тоже я думаю, что мы сегодня в течение нашей программы поговорим. А вот все-таки сразу хочу узнать, каковы сроки, вот, допустим, если человек к вам приходит, да, вот, хочет списать долги. Угу. От вот этого первого обращения до того момента, когда он должником по закону уже не будет являться, сколько обычно проходит? Вообще все индивидуально, конечно, для каждого конкретного человека, но если брать среднее что-то, вот, то вообще сама процедура банкротства длится от 6 до 10 месяцев. Но если брать среднее со сбором справок, ну, где-то год. И на всем этом пути, да, понятное дело, помогают специалисты Help Me, конечно, гражданину, который обратился. Конечно. Ну вот вы уже, да, упомянули о 127-м федеральном законе 26 октября 2002 года. Наверное, не просто так его в нашей стране, да, вводили. Вообще расскажите, вот насколько остро сейчас стоит вопрос закредитованности людей, да, и с чем связано вот такое обилие кредитов повсеместное, суммы немаленькие, вот вы сказали, да, что более 2 миллиардов уже списано. Почему так остро настоит эта проблема? Ну, закредитованность вообще проблема стоит сейчас очень остро, во-первых, связанная с пандемией, она еще усилилась. И понятно, что и до пандемии, соответственно, вопрос с кредитами... закону-то уже больше, получается, сколько? Почти 20 лет. Именно физическим лицам, да, закона... Десятый год убили позже. А, позже, да. Да, позже, да, конечно. Закон с 15-го года, закону 6 лет. Да. Пандемия у нас года 2, да? Но раньше закон работал, так же, как, грубо говоря, и сейчас. И люди также были закредитованы. Но
сейчас, вот если брать статистику и вообще темпы роста по числу людей, обращающихся за услугами вот в данном, в банкротстве физических лиц по данной услуге, они очень сильно существенно поросли именно даже... Не до, с 19-го, да, пандемии, если не... Начало 20-го года. Вот. И даже с этого момента уже очень большое увеличение идет. То есть, если мы берем первый квартал 20-го, сравнивать, если с первым кварталом 21-го года, то у нас банкротство увеличилось... сами, соответственно, обращения по списанию долгов увеличились на 81%. Это только если брать первый квартал 2020 и 2021 года. Тверь, кстати говоря, в этом регионе, я подготовил статистику небольшую, Тверь в этом регионе у нас входит по темпу роста людей, обращающихся, соответственно, за данной процедурой, соответственно, к данной процедуре, скажем так. Вот. Тверь находится на 15-м месте, то есть мы входим в 15 самых растущих по обращениям, скажем так, людей к данной процедуре. То есть 15-е место Тверской области, причем что в этой статистике участвуют все субъекты России. Участвуют все субъекты. А их 86, России. Если я не ошибаюсь. Да, то есть да, тверские да. люди, они в лидерах. Они в лидерах, и это, и это не так плохо. Это не то, что Тверь самая закредитованная, а это означает в том, что люди... начинают более разбираться в этом вопросе. Обретают финансовую грамотность. Да, 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 обретают финансовую грамотность и более, и более рационально начинают к этому подходить. И это действительно, я считаю, очень прогресс. В той же Москве, если брать, в городе Москва, прирост всего 53%. Это еще раз, да, эта статистика, она показывает что? Сколько человек обращаются, хотят процедуру банкротства, да, чтобы... Да, 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 чтобы не оставлять эти долги на потом и вообще всю эту ситуацию на абы как, они действительно берут себя в руки, как говорится, идут к специалистам, обращаются за данные процедуры. Я не сказал как раз про статистику Твери, она составляет 127% прироста у нас от первого квартала до первого квартала, от первого квартала 2020 года до первого квартала 2021 года. Интересно узнать, а кто соседи вот, Тверской области по этой таблице? Например, с какими регионами мы вот близки по количеству обратившихся к процедуре банкротства? По статистике, если процентное соотношение брать, это Еврейская автономная область, но тут не совсем сопоставимо вообще по количеству цифр. Там если брать, ну, соответственно, людей там проживает меньше, да. Если брать именно статистику таких уже крупных довольно-таки субъектов, то это город Севастополь, Республика Крым. Они вот соседние регионы с нами. Вот. Также Тамбовская область с нами соседствует. Да. Ну, то есть мы говорим о том, что несмотря на то, что количество обратившихся к процедуре, да, банкротства, оно растет уверенными темпами, да, большое количество людей к этой процедуре прибегает, это неплохо, да, вот на профессиональные юристы это говорят, что это хорошо, действительно, люди обретают какую-то финансовую грамотность, более разумно, более вдумчиво начинают относиться к своим денежным средствам, к бюджетам. Это важно действительно. И мы продолжим разговор на эту тему после небольшой рекламы. Мы вернемся совсем скоро. Не переключайтесь. Мы возвращаемся, вы смотрите программу «Тема дня». Я напомню, что сегодня мы ведем беседу о такой важной проблеме, как закредитованность населения. Есть такая процедура, да, по списанию долгов, банкротстве физических лиц, она действует на территории нашей страны не так давно, и уже есть профессионалы своего дела, которые помогают людям, в том числе и Тверской области, жителям Тверской области, пройти эту процедуру банкротства, ну и, скажем так, снять с себя, да, вот это бремя, наверное, да, финансовое, которое на многих лежит. Я напомню, что до перерыва мы уже поговорили о том, что есть такая в Тверской области организация Help Me, которая помогает должникам проходить эту процедуру. И мы поговорили о том, насколько вообще сейчас остро в нашей стране и в нашем регионе, в частности, стоит проблема закредитованности населения. Ну, Наталья, к вам вопрос. Вот тот самый 127-й федеральный закон. Немножко поподробнее, что это за норма, для чего она была и когда введена, да, еще раз. Ну и по этой норме, по этому закону, кто вообще может претендовать на вот это самое банкротство, на списание своих долгов?
Ну вот смотрите, весь закон охватывает как юридических, так и физических лиц. То, что вы сказали, в 2002 году введен закон, это правильно, но существенная поправка. Мы работаем, именно наша работа направлена на физических лиц. То есть все граждане, все люди, кому исполнилось 18 лет, кто является гражданином Российской Федерации, скажем так, подлежат нашей помощи, потому что... Есть разные жизненные ситуации. Мы помогаем именно людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, потому что сейчас так складывается экономическое положение и в мире, и в стране. У людей нет физической возможности платить. Если раньше, допустим, этот вопрос никак не был урегулирован, и люди, ну, лихие 90-е, если помните, да, к сожалению, многие люди... вынуждены были покончить жизнь самоубийством, потому что не видели выхода из этого темного туннеля. Да, это долговая яма настолько была неподъемная, что... это было действительно непреодолимым препятствием. На сегодняшний день законодатель разработал норму. В 2015 году она принята. И с 2015 года, год от года увеличиваются темпы, наращиваются. Почему? Информация становится более доступной. Наработаны уже какие-то методики, отработаны технологии. Потому что раньше, опять же, есть норма, есть право применения. Применить право тоже нужно грамотно. Соответственно, уже есть на сегодняшний день большой опыт работы. 6 лет – это достаточно много для того, чтобы выработать какие-то методики, по которым можно спокойно пройти процедуру. Это не позорный столб, это не клеймо на всю жизнь. Человек является банкротом всего лишь в течение 4-6 месяцев от первого заседания до последнего заседания. Если есть необходимость, можно как бы более подробно этот вопрос описать. То есть мы берем за ручку нашего клиента в день обращения и ведем его до момента выдачи ему на руки решения о списании долгов. Ну так все-таки кто вот, да, какие категории граждан могут претендовать? Мы понимаем, в первую очередь, да, это физические лица. Мы работаем именно с физическими. Кто эти люди? Юридические лица, скажем так, да. Там немножко другая процедура, там чуть-чуть иначе действуют. Да, кто эти граждане? Вот обычные люди, да, работяги? Начиная от пенсионеров, которым действительно на сегодняшний день это неподъемное бремя, потому что, ну, не будем оценивать ситуацию доступности наших кредитов, да, но люди, пенсионеры, бюджетники, хозрасчетники, то есть абсолютно все граждане могут воспользоваться этой, еще раз подчеркну, законной процедурой. То есть ничего вне закона не происходит, все делается в рамках закона для того, чтобы у человека не было, скажем так, необходимости потом по наследству свои долги передать, потому что у долгов есть свойство наследоваться. И ну, все мы живые люди, да, рано или поздно наступает конец физического нашего существования, и наследники вместе с имуществом, вместе с наследством принимают и долги. Да, зачем это нужно? Для того, чтобы, вообще для чего был предпринят этот закон? Раньше выхода не было, до 2015 года. С 2015 года есть выход, по которому человек может пройти абсолютно необременительную процедуру. Это все делается поэтапно, спокойно, не торопясь. И в то же время на выходе он получает списание даже не просто кредитных обязательств или каких-то еще обязательств перед государством, а именно спокойствие, свободу. Ну да, первое, наверное, так какую-то сказала, моральную, да, такую, да, спокойствие, как говорится, да, заплати. Говорят, заплати налоги и спи спокойно. Ну, тут то же самое можно сказать. Заплати долги, ну, в данном случае, спеши долги и спи спокойно. И мы еще раз говорим о том, что процедура полностью законна. Раз, то есть работают профессиональные юристы, которые помогают на законных основаниях по федеральному закону эту процедуру пройти гражданину. Это, во-первых. А во-вторых, как вы правильно сказали, да, Роман, думаю, согласится, процедура нисколько не... очерняющая, не накладывающая какую-то клеймо и метку. Банкрот – это вполне себе… Это статус на определенный срок. Да, именно так. Да, и причем в других странах эта процедура применяется очень и очень давно, и люди никакого позора от этой процедуры не испытывают. Что за долги, о каких долгах идет речь, и все ли виды долгов тех или иных можно списать?
Наталья, давайте, наверное, с вами разговор продолжим, как с юристом, который, да, непосредственно с людьми общается. Теперь. Ну, в первую очередь, начнем с того, что нельзя списать. Мы не сможем списать алиментные обязательства. То есть привет папочкам, либо мамочкам недобросовестным. Нет, у них не выйдет избавиться от этого обязательства. Мы не сможем списать долги, которые были присужены человеку по суду по моральному вреду и по вреду здоровью. Это то, где другую сторону защищает государство. Потому что есть дети, которые должны расти и должны быть в заботе. И есть люди, которые пострадали в результате других неправомерных действий, потому что, скажем так, это тоже защита с другой стороны. Есть у нас солидарная ответственность, которую, с одной стороны, списать можно, но она будет списана только с одного человека. Что есть солидарная ответственность? Когда по одному обязательству в равных долях отвечают все, это, например, ЖКХ. Значит, да, с банкрота спишут, но этот же долг будет переложен на других людей, которые прописаны в этом жилье. Поделят поровну, получается, между ними. Они изначально разделены поровну, но, допустим, если наш должник квартира, ответственный квартиросъемщик, либо собственник, то на него больше ложится долговые обязательства. Но, тем не менее, в любом случае, эти долги лягут на платежеспособного члена семьи и с него взыщут. И в любом случае с него эти долги будут взысканы. Поэтому это просто нецелесообразно. Правда, Роман Ильич? То есть получается так, что, грубо говоря, в квартире проживает три человека, у них солидарная ответственность на всех трех делится. Получается, мы банкротим человека, с него долги списывают, просто получается, остается две части. Ну, то есть этот долг никуда не девается. Он так и остается. Ну, просто этот человек от него как бы отходит от этого долга. А при этом его детям там, или его супругам, кто проживает в квартире, этот долг все равно останется. Это что касается тех видов, которые нельзя списать, да, вы начали разговор. Что тогда можно? Все остальные долги, как-то кредитные обязательства, налоговые обязательства, даже долги между физическими лицами тоже можно списать. То есть если кто-то у кого-то занял крупную сумму денег, например, то есть он может объявить себя банкротом? Да, бывает такая расписка, Так, еще какие виды? Давайте проговорим все, чтобы вообще не осталось вопросов у наших зрителей и слушателей. Ну, самое страшное для наших граждан – это, наверное, долги перед МФО. Так. То есть микрофинансы, которые имеют право увеличивать свои, скажем так, долги гражданина, то есть кредитор, увеличивают до бесконечности фактически 400%, 365% годовых. Это жуткие суммы. И хотя по закону на сегодняшний день эта сумма может быть увеличена троекратно, но если человек не заявит об этом в суде, она будет удовлетворена в любом случае. Довольно некорректно действуют коллекторы. Для людей это именно морально страшно в первую очередь. То есть не так страшна сумма, которую нужно выплатить. Сколько это давление психологическое. Давление, которое оказывается на людей. Я бы даже сказала, что в первую очередь занимаемся психологическим здоровьем наших клиентов. Потому что они очень сильно пугаются, они боятся вот этого давления, страхов, что кто-то приедет, кто-то там расклеит объявление о том, что ты должник или еще что-нибудь такое. И мы именно в первую очередь помогаем людям не только снять с себя финансовые обязательства, но и как действовать поэтапно во всем этой процедуре. Ну, конечно, человек чувствует себя защищенным, когда с ним работает профессионал. Правильно я понимаю, что как раз-таки вот эти вот долги МФО, они и составляют большую часть, скажем, дел вашей юридической службы, которая работает с людьми? Я просто к тому, что какие самые популярные как раз-таки долги под списание сейчас? Ну, наверное, в равной степени банки и МФО. Вообще кредитные обязательства, это, конечно, подавляющее большинство должников. Вот. Но... И сейчас, наверное, с пандемией, вот вы сказали, это обострилось, потому что может быть такое, да, человек взял какой-то кредит крупный, потерял работу, да, расплатиться нечем. Я бы вам даже так сказал, что если брать вообще общих наших, соответственно, клиентов, то с пандемией, таких случаев, процентов 75. Подавляющее. Да, как узнать, вот вообще, вот, допустим, я хочу, принять участие, как провести себя через процедуру банкротства, как узнать, подходит ли моя ситуация под деятельность вашей организации Help Me, Центр помощи? Смотрите, когда человек обращается к нам на первичную консультацию,
мы выясняем ряд вопросов, которые позволят определить, может ли человек пройти безболезненно для себя процедуру банкротства, либо ему придется расстаться с частью имущества. В принципе, нет такого человека, который не подходит под процедуру банкротства. Ну, кроме тех, которые вы выше озвучили, да, алименщики? Ну, смотрите, у алименщика может быть миллионный долг. По другим обязательствам, ему не спишут только алименты. Если у него там 50-60 тысяч долга по алиментам, он просто потихонечку с ним рассчитается. Но если у него есть определенные там дичайшие долги по каким-то кредитным обязательствам, он их может спокойно списать. Одно другому не мешает. Просто минимум, максимум потерь в процедуре. Все. Роман, хочу, чтобы вы рассказали, вот мы частично уже, да, затрагивали этот вопрос, вообще что в себя включает процедура банкротства, да, что за команда у вас работает и какие вот этапы проходит человек, который обратился в вашу организацию, Центр помощи кредитным должникам Help Me. Вот я сейчас слышал, Наталья сказала, что и в том числе и психологи у вас есть, да, и психологическую помощь оказываете. А на сайте я у вас видел, да, когда готовился к эфиру, что вы еще и от коллекторов, вот Наталья частично об этом говорила, тоже какую-то помощь оказываете. Вот хочется узнать прям, что ожидает человек, который придет к вам в офис? Человек, обычно обратившись, соответственно, к нам в офис, он в первую очередь растерян. Это все-таки, опять-таки, абсолютное большинство людей. Они очень растеряны. Человек, обратившись к нам, юрист-первичник, он всегда человека направит. Он направит его сразу же в нужное русло. То есть человек, он получается, у него нет собранности. Человек приходит, и он не знает, что ему делать в этом конкретном случае. Юрист-первичник, он прямо ему прокладывает дорогу. То есть юрист-первичник объясняет, вообще, подходит ли этот человек, какие у него будут преимущества у этого человека при прохождении данной процедуры, как общаться с коллекторами, какие требования ему кредиторы, коллекторы, соответственно, предъявляют законные, незаконные, стоит ли поддаваться на какие-то провокации, вот. Ну, соответственно, не стоит. Вот. Мы, соответственно, это все прогоняем. Вот. И человек уже, пройдя первичную даже консультацию, он уже полностью, как говорится, направлен на путь. То есть мы при первичной консультации, которая, соответственно, у нас бесплатная, мы человека направляем на путь. Вот. Мы даем ему всю необходимую ему информацию. Вот. Ну, опять-таки, то, что сам предоставил нам человеку. А дальнейшая работа, я так понимаю, она строится уже в залах судебного заседания, да, в предоставлении документации. Дальнейшая работа идет сначала в юридическом отделе, прежде чем она... Дальше человек собирает справки, мы собираем справки, заказываем. Процедура вот перед, точнее, во время... Между обращением первый раз и судом довольно-таки весомая работа ведется. Потому что ведется работа, во-первых, с теми же самыми МФО и кредиторами, там, банками. Не всегда они соглашаются должнику предоставлять информацию. Вот. Мы, соответственно, пишем запросы, пишем даже какие-то жалобы. Вот. Все это собираем. Вот, и готовим человека. Еще раз юридический отдел все это проверяет. Еще раз он, соответственно, уже видит живые документы, он видит живую задолженность, не ту, которую клиент нам сказал на первичной консультации, а он уже видит из справок эту задолженность. Вот. Мы еще раз это все анализируем и полностью готовим человека к списанию долгов. То есть у нас не может такого быть, что мы человека приняли, он прошел у нас вот эти проверки, этапы. У нас в общем идет поэтапно. Если брать, у нас еще есть финальная проверка арбитражного отдела. То есть у нас три проверки. Сначала юрист-первичник ему все, соответственно, объясняет и проверяет его документы. Потом юридический отдел. И уже в конце проверка переходит на арбитражный отдел. То есть три проверки он проходит. Вот. И здесь получается так, что... клиент здесь полностью гарантирует то, что данная процедура будет ему выгодна. Да, ну и на всех этапах, я так понимаю, ну не то, что это понятно, да, работают высококвалифицированные, опытные юристы с большим стажем работы именно вот в такого рода делах, именно в такого рода процедурах. Конечно, да. Ну, у нас не так много времени, к сожалению, остается. У меня, наверное, последний вопрос. Куда идти? Где вы находитесь? Расскажите, куда обращаться гражданам, которые хотят пройти через процедуру банкротства? Мы находимся в Твери.
прямо у ЖД вокзала, практически. Это проспект Чайковского, 35. Офис наш смотрит прямо на проспект Чайковского, на дорогу, вывеска подсвечивается. То есть искать нас во дворах там в каких-то не надо. Угу. То есть мы выходим прямо на проспект Чайковского. Угу. Центр помощи краснолыжникам Help Me. И первая консультация, первый визит, мы еще раз напомним, до нашего визита абсолютно бесплатно. То есть если у вас есть желание, если вы накопили какие-то, к сожалению, да, долги, если у вас есть желание их списать законным и достаточно... недолгим, да, в общем-то, методом. Я считаю, что год для решения всех своих проблем финансовых – это недолго. Не такой долгий срок, согласен. В общем, обращайтесь, мы еще раз, да, напомним, Центр помощи кредитным должникам Help Me. Я благодарю, спасибо большое, Роман, спасибо и Наталья за участие в сегодняшней программе. Достаточно подробно и полно все рассказали. В общем, не копите свои долги, а для их списания обращайтесь к профессионалам своего дела. Вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи!